я в своем квантовом познании настолько преисполнился, что я как будто уже 100 триллионов миллиардов лет проживаю и меняю своим сознанием законы физики. Ну давай. Удиви меня. А теперь, Вова, закрывай глаза. Полагаю, ты хотел показать эффект наблюдателя? Если да, то в твоей интерпретации есть неточности. Давай разберем по порядку. В этом эксперименте есть источник, пушка электронов. Ну, в нашем случае ты в роли пушки, который выпускает электроны в произвольном направлении. Важно, что ты выпускаешь всего один электрон, ну, в нашем случае условно это малинка, в один момент времени, не больше. На пути движения малиновых электронов стоит непрозрачная пластина, в которой прорезаны две щели. А за этой пластиной находится экран, на котором фиксируется итоговое распределение электронов, ну, малинок. Если бы электроны вели себя как частицы, то каждый электрон пролетел бы через одну щель, правую или левую. И на экране просто сформировалось бы изображение двух щелей. Однако у нас в эксперименте происходит не это. В нашем эксперименте на экране формируется периодическая картина полос, которая называется картиной интерференции. Что это за магия такая? Такая картина может получиться, если через пластину с двумя щелями проходит волна. После прохождения волной каждой щели формируется так называемая сферическая волна. Она начинает распространяться от щели по окружности. Две таких сферических волны от двух щелей будут сталкиваться друг с другом, и в каких-то местах они друг друга погасят, а в других местах усилят. Отсюда и полосы. Однако волна проходит через обе щели одновременно. При этом ты выпускаешь всего один электрон в один момент времени. То есть и электрон проходит через обе щели одновременно? А как один электрон может проходить через две щели? Очень правильный вопрос. Для того, чтобы это объяснить, нужно договориться, как мы описываем наши электроны. В квантовой механике летящий из пушки электрон, если он не взаимодействует с другими частицами, описывается так называемой волновой функцией. А что такое эта волновая функция в реальности? Волновая функция — это просто математическое уравнение, которое очень хорошо описывает поведение электрона. Интерпретировать ее каким-либо образом будет некорректно. Поэтому в реальности волновая функция не является ничем, она просто достаточно точно описывает поведение электрона. Это как лето в Питере, да? Ладно, пусть волновая функция ничего не значит в реальности, но как она проходит сквозь щели? Смотри, сейчас эти две щели абсолютно одинаковы. В физике это называется тождественность. У волновой функции есть два пути, чтобы пройти через пластину. Но эти пути неотличимы друг от друга. Ну, например, когда ты пуляешь двумя малинками по пластине, для тебя нет разницы, какая малинка полетит первая, а какая вторая. Они для тебя тождественны, то есть одинаковы. Вот и для волновой функции нет никакой разницы, через какую из щелей проходить, из-за чего она ведет себя так, как если бы проходила через обе щели одновременно. Стой, мои кремовые мозги начинают плавиться. Почему она проходит через две щели одновременно? Заметь, я сказал, ведет себя так, а не проходит. Мы на самом деле не знаем, что именно делает волновая функция, когда взаимодействует с двумя щелями. Однако мы знаем, что в случае тождественных путей волновая функция ведет себя как волна. А волна при прохождении двух щелей образует картину интерференции. Но при чем тут эффект наблюдателя? Терпение. Сейчас еще поэкспериментируем. Поставим у каждой из щелей по детектору, которые будут срабатывать, если электрон пройдет через конкретную щель в каждый момент времени. Срабатывает лишь один детектор из двух. А значит, электрон всегда проходит только через одну щель из двух. Но картина распределения электронов на экране тоже поменялась. Теперь на экране сформировалось изображение двух щелей, как если бы электроны вели себя в точности как частицы. То есть без наблюдения электрон проходил через обе щели и вел себя как волна. А при наблюдении проходил через одну и вел себя как частицу. Я же правильно понял твои слова? Именно! И теперь давай посмотрим, почему так происходит. Представим, что ты не малиновый вензель, а малиновый черничный. И теперь, когда ты пуляешь по пластине, кроме малинок будут лететь еще и чернички. Малинка и черничка уже не тождественны друг другу. Точно так же и со щелями. Когда мы поставили детектор у каждой из щелей,
пути электрона через разные щели перестали быть тождественными. Стой, а как так? Щели ведь остались теми же самыми. Почему они перестали быть тождественными? А как ты можешь отличить малинку от чернички? Ну как? Я же наблюдаю, чем стреляю по пластине. Вот, правильно. Действительно, наблюдаешь. Наблюдение дает тебе возможность отличить малинку от чернички. Но если ты можешь их отличить, они перестают быть тождественными. То же самое и со щелями. Когда мы поставили по детектору напротив каждой щели, мы смогли отличить один путь электрона от другого, из-за чего эти пути перестали быть тождественными. Значит, у меня есть суперспособность менять мир с помощью взгляда? Супервензель. Поведение физических систем меняется, но меняешь их не ты. Просто наблюдение — это активный процесс, который изменяет свойства наблюдаемого объекта. Когда ты видишь малинку и черничку, в реальности ты глазами фиксируешь свет, который отразился от ягод в твою сторону. Это и дает тебе возможность отличить их друг от друга. Получается, что предмет изменил свойства света. Но справедливо и обратное, свет меняет свойства предмета. Например, свет запускает химические реакции. Какая-то часть света поглощается предметом, а значит, у предмета станет больше энергии. Он банально станет теплее. Концепция наблюдателя говорит нам о том, что невозможно наблюдать, читаем, измерять, объект, не внося при этом никаких изменений в ход эксперимента. А почему, когда мы наблюдаем за щелями, результат эксперимента меняется? В случае электрона и двух щелей изменения вносятся из-за тех физических процессов, на которых работают детекторы. Электроны взаимодействуют с какими-то другими элементарными частицами или очень короткими волнами, которые фиксируются детекторами. Если волновая функция электрона взаимодействует с элементарной частицей или волной, происходит ее коллапс. Она перестает существовать. Как это перестает существовать? А чем же тогда становится электрон? Снова волновой функцией. Ой, Вова, по-моему, после наших разговоров мой мозг на пару килограммов стал тяжелее. Ладно, представь себе, что электрон, который мы описываем как волновую функцию, проходит через щели. Но затем происходит коллапс волновой функции на одной из щелей. Потому что мы поставили туда детекторы, и их активное влияние на эксперимент как раз и проявляется в этом коллапсе. Электрону как будто стерли память обо всем, что происходило с ним раньше. Ему даже стерли память о двух щелях. Он теперь ведет себя просто как одинокий электрон, летящий к экрану. Теперь он как раз очень похож на те самые малинки, которыми ты пулялся. Ведь все его волновые свойства тоже стерлись во время коллапса. А раз он ведет себя как частица, то на экране мы видим просто изображение двух щелей по отдельности. Круто! Очень похоже на людей в черном. Ладно, Эйнштейн, а что происходит с электроном в реальности? Мой друг, ты задаешь отличные вопросы. Но наука на них не отвечает и, честно говоря, не особо стремится ответить. Сам по себе коллапс волновой функции – понятие скорее математическое, чем физическое. Это просто удобная математическая операция, которая очень хорошо описывает поведение элементарных частиц при их взаимодействии. Она ничего не говорит нам о том, что происходит в реальности. Ведь и вся наука всего лишь описывает физические явления, а не объясняет их. Интерпретация – это описание – уже спекуляции людей, которые, преисполнившись, могут очень далеко зайти. Так значит, мы даже не можем сказать, что происходит с электроном? Может быть, его вообще не существует? А? Ну, если так думать, то это тебя не существует. И ты просто нарисованная на постпродакшене картинка вензеля с малиной.